Быстрый способ продать машину придумал водитель 12-й на улице Мостовицкой. Там его поймали сотрудники ДПС и ночной патруль. Сразу после задержания нарушитель выставил авто на продажу, и покупатели нашлись быстро. Правда, сделка вряд ли выгодная, всего 32 тысячи рублей. Денег от нее хватит разве что на подержанный мопед. Очевидцами задержания стали наши корреспонденты. Активисты ночного патруля заметили 12-ю «Ладу» без номеров. Водитель ездил быстро, сначала по дороге, а потом по дворам. Поехали. Уезжал лихач недолго. Он остановил машину на соседней парковке, убегать не стал. Остановили? Входим в машину. По словам задержанного Сергея, машина ему не принадлежит. Машина чья? Друг кто где? Украли? Нет. Пассажир был не более информативен, чем водитель. Куда направлялись-то? Ну, интересно же, без номеров, не подчинились сотрудникам ГИБДД. Как так получилось-то? Ну, вот так получилось. А, понял. Вскоре подали свой голос и две пассажирки. Есть 18-й. Есть. Можно снимать ваши? Это не ко мне вопрос. Девушки поняли, что свидание закончилось, вышли из машины и направились домой. Пару вопросов там. Классно покатались, не стыдно? Сергей решил дуть. Имеет право по закону, раз требуют инспекторы. Все, достаточно. Результат вам виден? Цифры видно, да? Пьяный плюс без прав равно арест в камере от 10 до 15 суток. Кстати, после задержания и эвакуации хозяин авто выставил машину на продажу 32 тысячи рублей с торгом. Надо же чем-то платить штрафы. Сергей Пичугин, Константин Кузнецов. Место происшествия.